Многие женщины на войне становились женами своих воюющих возлюбленных. Их называли ППЖ, походно-полевая жена. Что-то обидное было в этом названии, но кто посмеет осудить женщин, выбравших любовь вопреки войне? Военный роман не обошел стороной и маршала двух народов Константина Рокоссовского. С Галиной Талановой Рокоссовский, в ту пору еще генерал, познакомился в госпитале, куда был направлен на лечение. Галина занимала пост военврача. Симпатия между ними возникла с первого взгляда и с первой улыбки. Константин и Галина не стали бороться со своими чувствами, а приняли эту любовь с благодарностью, и долгие годы войны оставались неразлучны. В январе 1945 года у них родилась дочь, и отношения были прерваны. Таланова всегда знала, что после войны Рокоссовский вернется в семью, к своей законной жене. Так и случилось. Маршал никогда не забывал о своей фронтовой подруге и о дочери. Девочка получила фамилию отца и всегда ощущала его покровительство и заботу.